Приветствую вас, друзья! В этом видео расскажу вам, что нас ждет в июне, что нас ждет в патче 1.27. Появились новые события, новые подробности. Итак, с выходом патча 1.27 сразу со старту, что нас ждет? Во-первых, натиск сразу запускается. В нем будет новый боновый магазин. Чем выше по рангам вы будете проходить, тем больше у вас будет скидка, чтобы в этом боновом магазине что-нибудь покупать. Про это я уже видос сделал. Следующее, это платная подписка. 7-дневный пробный период. В ней также еще есть, оказывается. Поэтому я думаю, стоит попробовать. Там и прокачка экипажа, даже когда вы офлайн. Там есть еще сейф с золотом, дополнительные плюшки в ежедневных заданиях, а также дополнительный фарм в рандоме. Ну и прям танк 9 уровня, который я на стриме в ближайшее время постараюсь вам показать, как только этот патч у нас уже выйдет. Помимо этого, нас ждет еще ранний доступ, новая ветка китайских тяжелых танков, которую можно получить в этом событии. Он будет у нас с 12 июня по 11 сентября. Также с 12 июня по 11 сентября у нас новый боевой пропуск. Три новые 3D стиля, три новые главных танка. Это Йох, Минотавр и Е50М. Также еще какие-то слухи ходят странные, что после этого боевого пропуска, походу, концепт номер 5, Йох, а также Суперконь получат нерф. В принципе, рано или поздно эти переапанные танки получат свой нерф, особенно концепт номер 5 и Йох. Суперконь тут как-то просто за компанию, видимо. Но вот когда это будет, остается только ждать. Также с 11 июня по 14 у нас праздник День России. В группе ВКонтакте и в телеге я писал про это, там есть ссылка, как активировать бонус-код. С 18 июня 20.00 МСК. Конструкторское бюро. Собираем БЗ-74-1. Во-первых, это событие вечером. 20 МСК. Не утром, как обычно. Это уже первое изменение. Следующее. Первые 35 тысяч машин, которые люди получат, будет с 3D стилем и номером. Остальные 50 тысяч будут обычные без стиля. Итого у нас 85 тысяч всего танчиков. Бонами и кредитами можно будет заполнить до 100% и получить этот танк. Либо чем-то одним, либо двумя ресурсами. В общем, можете заполнять до конца. Золото нельзя будет вложить в прогрессию, то есть золото нам не понадобится вообще. Свободный опыт можно будет вложить с ограничениями, много там не получится. В общем, готовим кредиты, видимо, поскольку боны жалко. Я думаю, перед тем, как это событие у нас появится, там будет, как обычно, новость с конкулятором, где можно будет покрутить различные ресурсы, чтобы понять, чего и сколько закладывать. 19 июня, буквально на следующий день, стартует у нас Багратион. Это очередной веб-ивент на 15 заданий, насколько я понимаю, в котором можно будет получить ИС-3 СМЗ. Обычно в таком событии, если вы получаете танк, и он у вас уже был, вы получаете полную компенсацию в золоте. То есть можно либо танчик фармануть, либо золото. Я, в принципе, каждый раз фармлю золото с кайфом. Также еще 21 июня. То есть у нас там плотно идет все события 18, 19, 21, 24. Там прям понатыкано очень плотно. Ну, линия фронта на восьмерках, традиционный режим, который немножко так пошатало, погоняло по разным левелам. И вот он вернулся к истокам. Потом с 25 июня по 14 июля у нас новое событие. Случайные наборы. Что-то отдаленно напоминающее ивент на Масленицу, в котором главное, что можно будет получить, это ВЗ-111 модель 6. Из видео, в котором Карина там что-то рассказывала, можно понять, что там будет 13 товаров, я так понимаю, 13 наборов случайных, в котором можно из первого получить главный, так сказать, товар ВЗ-111 М6, если повезет. А если не повезет, то, наверное, можно из последнего. Я так понимаю, это название «Случайные наборы» полностью передает. У тебя есть 13 случайных наборов, из которых что-то выпадает. Главный товар у нас танчик. Танчик неплохой, танчик сильный, но мне не нравится, что у него плохая стабилизация. ДПМ это, конечно, круто, но не круто, когда этот ДПМ в земле. За то, что ты яростно расстреливаешь землю, тебе в бою ничего не дают. После боя тем более. Я, конечно, постараюсь этот танчик получить и постараюсь на нем что-то там наиграть, но на пресс-аккаунте я на нем играл и немножко
подофигел от того, куда он там лупит. В общем и целом, очень много всего, прям плотно так, месяц насыщенный, много чего надо попробовать, вам показать. Перед тем, как новые какие-то события будут стартовать, там будут подробности, про которые я буду делать отдельно видосы, вам рассказывать, что там да как. Поэтому не забывайте подписываться, ставить лайки. На этом у меня все, всем удачи, увидимся, пока.